Слезьте нафиг с парусов, те, кто сейчас там. Я понимаю, что они не сразу, но тем не менее, слишком долго. На этих спрутов, блядь, подлетают и подлетают в воздух. Левый борт, залп по Деос. Но вообще, блядь, это... Сейчас у них будет якорь. Залп в палубу! Полный. Скорее огонь. Мне не нравится, кто на парусах сидит. По мне их надо будет. Кукушки заходят. Я вижу, вижу. Левый борт покушает. Добейте Деосов, Деосов добейте. Левый борт бьет по галику, который называется Верещагин. Потом, когда он взорвется, еще пару раз в воду хлестаните. Ребят, давайте, давайте. Второй флейт собирает малина. Бой с куку, бой с Деосами на оке. Давайте. Коронада, может, дальняя, уже бьет по свинье главной. Чиним палубу, кто сейчас без дела. Верещагин, добейте его. Добили, добили, добили. Огонь, огонь. Пушкари, огонь. Пушкари. Жизнь чинится. Вводи нас. Че, якорь у нас или что? Вводи. Не могу понять. Нет, якорь? Нету, 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 нету. Все нормально. Чиним палубу. Добейте его, добили, добили, добили его. На кое мясо? Все на подчинке, чё, куда, зачем, почему? Ну, лопайте. Если мы сражаемся Лично, с Делос, Тихо, 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 не флудить, пожалуйста. Правый борт, залпы по свинье. Правый борт. Правый борт, убиваем ведьмака на палубе, контролящие ребята. 55-ю. Без ПК. Без ПК, пантерка. Выключите все ПК. Сейчас якорь даст. Левый борт тоже стреляйте по Деосам. Левый борт по Деосам. Убежал, да, дебил. Левый правый, левый правый, стреляйте, алло. Пускай, все пушки все должны быть заняты. Слезли с парусов, за пушки встали. Выводи нас отсюда, выводи. Вперед топи. Надо, трюме АОЕ залили. В центр встали. В центре встали, заливаем АОЕ в центре. Именно в центре. Если бы тысячи кораблей так не лагали бы, жестко было бы проще намного. Подчините им немного корабль. И бомжи, скиньте отсюда. Якорь стоит, нет? Нет, все замечательно. Стоит. Да, поднимите якорь, пожалуйста. Пожалуйста. Корж. Ну, моя пехота здесь в воде. Можешь ко мне подплыть, Гал? Мы тут, моя пехота сейчас сразу поднять умудрился. Да, я. Да. Быстрее, 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 на меня, да. Пехота, вот подходит Майкл. С Майкла сейчас пехота спрыгнет, поможет. Лучше не вся. С пушки. Пушкари, пушкари, правый борт. Пушкари, правый борт. Пехота в воде, пытайтесь на гал залезть. Правый борт, пушкари, не слезаем с пушек. Прямо под галеон стреляйте. Абордаж спустился, дал стяжку. Пушкари, огонь, продолжайте. Дайте АУЕшки на носу гарпунника. Именно на носу гарпунника, дайте АУЕ. Возвращаемся на палубу Гала. Быстрее. На палубу Гала все полезны. Пушки все время прикрывают наш отход. Там, да, дышастые сейчас еще его лопнут. Бафы проверьте. Все здесь.
Скиньте стальное, стальное лезвие. Весь первый рейд и второй прожрались на фул, бегом. Правый борт огонь. Под его сам. Все прожрались на фул. Правый борт, алло, не спи. Ребят, быстрее, все прилипли на палубе к пушкам. На паруса, пожалуйста, сядьте. Толковые ребята, которые знают, как пользоваться. Разминаем бум-бума. Одну пушку заметим, все. Торговая гильдия Тремикс. Левый, левый, левый. Мясико на спротиках. Мясико рубня. На пистрал. Он вперся в остров. Далеко-далеко, ангел мой. Пикассо, он в воде по рывку, слева от нас экзотик. Сейчас. Еще кто-то может. Не, ну не, там еще на острове один не справишься, это у меня маг. Пипец, это просто, блин. Да, отцепись от меня. Якорь ставим, абордаж. Якорь ставим, абордаж. Правый борт, залпы по ним. Пойдем. Якорь поскорее, найдем. Пожалуйста. Я поставили. Отлично. Бьем, бьем, стреляем. Мне сейчас нужен на радаре метку на свинью или на караджа. Мы не тех топим, это бомжи. Ну, чтобы не мешались. Справа сзади. Возвращайтесь, абордаж. Побыстрее возвращайтесь. Уже мортиры достают, я уверен. Ну, я одного убил. Кого-то попал. Стреляйте по микле, хуикле. Левый борт не миди, чтобы они стреляли, у них крупнокалиберки там. Разбивайте ДС на острове, правильно. Ребята, самое главное, не прыгать без команды в море. Сейчас красный лев, давайте топить, пока тот убежал. Кто окажется в море, тот ну. Лево-право. Да у меня вообще там что с ресурсами? Чините, кто стоит без дела. Вся команда стоит, страдает херней. Так, теперь тишина. Все ушли с носа, на носу стою только я и танчик. Ушли нафиг все. Нария, спрыгни с корабля. Нария, с корабля спрыгни. Бегом в воду, Нария. Я так понимаю, перегруз? Виза с корабля, спрыгни. Виза. Вызовите тримаран, плывите за нами. Когда у нас убьет команду, залезете. Вон свинья заходит на мой страну. У нас перегруз, да. Все, сейчас нормально. На свинью, давай. Пок, иди к ним и командуй там. Там всегда все через одно место. Почему свинья? Он, у него была розовая свинка, Гал. Выбили! Подбери пехоту. Дали 55-ю. Что, жестко совсем, что ли? Иди сюда. На корму все ребята прыгнули. На корму. Майкл забрался. Дайте АУЕ в центр. Ой, на корме отпусти. Куда, Ламборджи, куда ты прыгаешь? Вернись. Все нормально. Вс,
Все нормально, да, я вижу. Ламборджек, отхильте на ковре. Быстрее, бегом, 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 давай. Ну куда вы спрыгиваете? Не спрыгивайте в воду. Правый борт, бейте по тримарану, там надо убить чувака, который режет нашего штурмана. Кто на метке сейчас там? Что на метке находится? У нас есть вообще радарщик? Нету. Давайте я буду радарщиком, я понял. Давай. Куда плыть, Майк? Ищу. А, нашел, нашел, все нашел. Правый борт, начинайте с упреждением стрелять. Уже начинайте стрелять. Правый борт. Помикли-хуикли, он плывет. Огонь, 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 пойму. Все, никуда не идет. Сразу плыви на его место, надо бить его экипаж. Плыви туда. Ого. Плевать, плевать, никто не бьет в ПК. Идем на место гибели этого корабля, чиним палубу. Сейчас будет высадка в воду. Худенькие классы, луки останутся на палубе, будут бить, кроме пикантон, может спрыгнуть. Пантерка, не дай бог спрыгнешь в воду, будешь бить с пушки. Тихо, тихо, теперь тихо. Пушкари продолжают огонь, абордажники. А там присутки. Все, их съели. Да, там все. Все? Ясно. Пошли дальше. Радарщик, злыдень, сядь опять на радар. Ищи, должен быть карочек. Разбейте все, все гарпуники, все шхуны, разбейте. Спек это этот... После данжа остался этого архивариуса, убивал. А второй этаж в одиночку около, убивал. Около до полдвенадцатого. Майкл, на метке. В одиночку, да. Потом помогла так, Лариса. Так, а ну скажите мне, Барт. А продолжает сохранение Искового Союза, кто видел? Барт потом она помогла, но она слилась. Короче, два раза получилось. Один убил его. Когда собаку вызывает, скотина. Очиним палубу. Тяжелее. Пошли приходится красную баланочку одну, да? Есть, когда вызывает, да, собака. Пошли на него. Потому что волной огня очень больно бьет. Такая огненные шары летят, очень больно выходит в конечном итоге. В конечном итоге. Пушка правый борт одна, свободна. Левый. Вон, слева стоит. Ингибор, надо зайти туда. Левый борт, левый борт. Готовимся. Прыгает ламбры, танчик, и все. Пикассо, не вздумай прыгать, просто стреляй с палубы. Абордаж поехал. Там пару человек, может, заберем. Поехал. Ну, конечно, бардаж. Забираем. Я же сказал, убить их надо всех. Якорь сразу. Опусти мало, уже. Да где он? Не отпусти, парус, я сейчас воду буду убегать. Понятно. Есть, бля, да что с... Да, 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 есть, давай. Отлично, разбиваем. Кто по мне... Не, бля, отходим, подходим к месту гибели, добиваем пехоту в воде, у нас вара. Прыгнули, всех убили, пушкари не прыгали. Сейчас суслик, блин. Армани, блин. Быстрее. Рисач, Гуччи, Ферручи, Дэн и Ферручи. А, такой, все, кажется, все, был, я слышу. Ну да, не, Дима, ну если поймаете, попробуйте. Возвращайся на корабль. Эх, эх. Возвращаемся на палубу быстрее. Пожалуйста. Масла у трейд, если надо, снаряд. На паруса сядьте. Так, давайте. Марьяша, вот нормальный человек, села. Давайте еще кто-то. Кто адекватен? Сядьте на второй парус. Я не адекватен, ни хрена не пойду на парус. Нет, самый неадекватный. Назад, давай, вон галик есть. Марьяша и котейки. Сами неадекватные. Только, пожалуйста, слушайте, что вам говорят. На, что на мет? Дрелся. Блин, крубит, блин. Свиньи нет еще? Фармим, на мать, пару, фармим, один защитный другого, да, атаки, да, и высекают. Если высекают. Стоят рядом, давай пофармим. Ку-ку там, галиваш. Что происходит с кракенами? Они двигаются теперь, выпрыгивают. Фарми, кто там его вот недолго, этого одного, двух, да? Двух взорвем и сразу на него. Конечно. Так. Чувствую я. Плевать, плевать, левый борт бьет пока по скрутам. Сейчас пройдут. Деоса с упреждения уже начинаем стрелять по Деосам, по Деосам.
на. На корабле Малины куча куку. Метку на корабль Малина, радарщик. Ищи Малины. Крестик, ты ламбер, что ли? Паруса малая. Да не надо к Деусам прыгать, вернитесь. Да-да-да, бегом сюда на Майкла. Сейчас на Малине прыгнули. Радарщик нашел Малину? Это же не было команды. Просто посмотреть две команды. Ищи. Диктатор. С Путин паруса. Да, он же радаром ищет, а не. Улутните с прута. Кто-нибудь один. Да там только есть, если они лутнут. Все, прощайтесь. Один человек останьте сейчас с прута лутнете. Вон стоит Малина слева. Пошли на него. Плевать, да, на этого с прута. Хорошо, ладно, добиваем. Только это не Малина, там мистер Фрэш какой-то. Получается на быша. Топим, топим. Все на быша, вижу, все. И... Так впереди или где лампа? Это не Малина корабль. Да, иди слева. Ну, это не его корабль, это мистер Фреда корабль. Называет Малина. Можно потише, пожалуйста? Слезьте кто-нибудь один с корабля, кто залез сейчас. Ренат, в воду. Валютка, не забирайся. Валютка, слезь. Все, валютка, уже спрыгнули. Слезь. Все, уже спрыгнули вроде. Перегруз есть? Паруса малые. Нету перегруза, все, следуем все. Паруса полные. К сожалению, ничего не выдерживает. Как раньше. На метке что, быша стоит? Или что? Что на метке сейчас? Это мой второй корабль ставить. Но пошли к Деусам пока. Радарщик, ищи свиней, пожалуйста. Пошли пока Деусам заберемся. Вон две. Вон одна свинья в воде. Да ты, блин, ну не... Добейте ее, шкуну. Это айс. Вон левый борт, Деус, мы вышли под залпы, встречаем. Левый борт, лупим все пушки. Там на Малине куку сидят. Куку все на Малине. А вы видите Малину впереди? Прямо да, вон она впереди. Окей, ну они сейчас нас зажмут с двух сторон. Давай, я знаю, отходим, отходим, правильно делает. Левый борт, бьем по окрону. А там пушки слабые, Майкл, можно было пострелять. Нам окрон. Нас с двух сторон сейчас зажмут, все правильно Таир делает. Отходим, разбиваем окрон, и потом сразу зайдем на Малину. Нам надо Красного Льва прокинуть. И это тоже. Правый борт огонь. Без цепи. Они в воде на носу, Майкл. Видите, где они, да? Я не вижу. Бьем, бьем, правый борт, справа. Бьем воду. Там 3 свиньи, прекрасно понятно. Да, 4. Бьем воду с пушек, не прыгаем. Вы можете грозы разрядить. Вот и фестрал рядом. Пошли на этот хал, пошли сражаться, да, 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 обстреливаем. Они сказали, что. Абордаж, поехал, абордаж, поехал, пушки. Они в воде. Прыгнули! Они в воде все, они все. Воду я знаю, поехал. Пушки назад, бьют! Пушки воду бьют, я прыгнул! Правильно? Да, пошли все! Блин, стяжки на мне! Хочу я стоять. Стоять якорь. Да забить на гал, мы в воде деремся, бьемся в воду. Идем все в воду сюда. Не закал спрятались от пушки. Нормально, пушки подводи как-то, Таир. Только 4 человека на Таире осталось. Не мешает гарпуну. Пытайся. Подвожу, подвожу. Вот их, чит от меня дофига. Таргет переключится. Как-нибудь. Отведите Галли. Ариана, уведи Галик отсюда, пожалуйста. Малинин. А все уже. Со мной тоже почти разобрались. Возвращайтесь. Деус сзади, слева от моего быша. От быша Майкла, вернее. Убивайте всех вперед.
Привет, Гомик. Деусы сзади спит, он заходит. Привет, оттуда. Привет. Возвращаемся на ПШ. Кукушки остались вот, на корме. В воде остались, вот по Пикассу толпа кукушек еще. Сейчас, Пикассо, отступи, не умри. Сейчас спрыгнем, поможем. Ищем. Просто вернитесь на быша и все. Просто вернитесь. Хил, спрыгни, выхиляй Пикассо. Я, честно говоря, майк должен быть. Якорь поднять. Кулем, подними якорь. Пантерка, якорь подними, пожалуйста. Вернитесь, пожалуйста, все на корабль. Господи, он еще дальше. Он за малиной, который почти разбит. Все идем к Майклу, мои люди. Он за малиной. Ой, блядь, он, а мне кто стрелял? Он тут еще дерется. И на Майкла один красный бомж. Я вот там. Поднимите якорь. О, мандарин. Поднимите якорь. Понял. Спасибо. Погодь, не уплывай ты. Я жду, забирайтесь поскорее. Надо порезать. Никто... Да, рез. Пикассо, раз эти. Я утонул, блин. Соли. Давайте с этого дня все соли купим. Обязательно. Напомните мне на завтрашний рейд, чтобы все обязательно покупали соли на воду. На Верещагина заходи, вон вперед, потом пехоту. Подходи, просто пушками дай залп. Правый борт, выкручивай. Вот, пошел залп. Пошел! Четыре пушки бьет. Не подходим, пехота, даем время регруппнуться. Бросил своих и убежал, они уже Продик вернулся. И он вместе со своими. Подходим, добиваем пехоту в воде с пушек. И потом спрыгнем. Подходим. Нам нельзя давать им объединиться. Надо, чтобы у них все время была паника или группа. Пошли тактики! Блин, это пэт что ли? Вот ты издеваешься. Пушкари не слезают. Деусы вообще слабые, конечно. Взрывчайтесь, котыка, пантерка. У них там только пачка сильная. Пойдем сюда. ПГС. Паруса сразу займите. Правый борт по спорту. Расходимся по кораблям, наш... быстрее. Люди Майкл на Майк. Сестра. А где Майкл корабль? Мы реально стали какой-то морской пехотой. Мы на палубах лучше деремся и в воде, чем на суше. Мне кажется, просто они не умеют драться. Эти пригруппаться. Они просто не умеют драться, вот и все. На печаль, меня Фестрал от вас увозит. Сейчас попробую. В погоне дает. Что еще раз? В погоне за Майклом. Стоп, я плыву май, справа от вас. Меня Фестрал увозит. На метке говорят 10 кукух. Че? Паруса малые. Отчини, не, ну бейте по ним уже, раз они подставились, но не заводи больше на них. Отчини палубу. Заводи по острову. С той стороны свинья стоит. Смотри, впереди остров, за ним паруса свиньи. Они еще и на острове стоят. Обойди его по кругу и обстреливай. Я иду. Чините, пожалуйста. Ага. Галик целый, чего чинит? Чего чинить-то, если галик целый? Ёпт. Трансимся. Это буль-буль означает, что будет видно? Он вроде только левый борт, левый борт. По острову, потом по кораблю. По кораблю на острове никого нет. Вот сейчас можно будет, если что, на нос прыгнуть абордажником. Не надо никуда прыгать. Уехал. Пошли за ним, пошли. Там Фестрал, у Фестрала есть гарпун на одном борте. Может поймает.
В гарпуне постреляйте, ребят. Давай притормозим, то бомжа убьем. Все равно тот уйдет. Я думаю... Пикассо, ты сам его убьешь? Или Ламбер? Кого? Я-то нет, 1DD. Джерика, ты с Ламбером убьете? Да. Окей. О. Давай. Ну так. Я поехал. Давай. Метку. Но он уходит из зоны фарма, я так понимаю, сильно. Он разворачивается вообще-то. А, тогда пошли на него. Пошли на него. На пробив нужны гравы, полное говно. Ты встал еще просто, он убежит. Полное говно пока. Ну мало ли. Его голова в откате. Тараним. Давай. Под нос подрезать, да. Левый борт, ожили все на пушках сейчас. Абордажники, пошли. Бегаем. Якорь, пожалуйста, якорь. Сейчас все сделаем. Борт стреляйте по капитану. А теперь в нос старайтесь стрелять. Да вы издеваетесь, сколько вы его херить будете, блять. У вас вообще других людей нету, что ли? Охренеть. Я охренею, сколько они-то бегемоты хилили. Все абсолютно прыгнули, кроме пушкарей, все прыгнули. На мне 4 потом в воде, если что. Пал. Он, да, они... На даже... мне много куку, отводи, да, вот сюда тащи. Они даже толком не умеют. Они вниз поплыли, будем бить их. На мне много куку, подходите сюда к звезде, быстрее все! Лунь, хочешь я тебе вдунь? 6 куку здесь, убили одного нашего. Я тебе вдунь, Лунь. Вот, стреляйте по кукушкам. Если видите их, конечно, я лично не вижу. На звезде. Последний убежал. Во все я знаю. Догоняйте кого можете. Как вам будет вообще срезать? Все, резать. Не видно. Вроде никого не видно. Блин, как же у меня башка раскалывается. Представляете? Слева на по майк, борту. Быстрее. Слева по борту мандарин и Казим. Хорошее ходит. Сочетание. Казим наш любимчик. Быстрее на палубу Майкла, сейчас зону просто. Казим, если Мяша, кажется, перешел. Так, их не галлопнул или нет? Да. Здесь Адеуса уклонули, убивают. Стой там, не вылазь. Эту малину разбивают. Все, сломали. Бывает. Рестники бомбучи. И Герса. Все наши на Галеоне, да? Я надеюсь, что да. Метку, пожалуйста. Стоит, да, метка? Правильно стоит? Куда надо? И куда? Понятно. Кусок будет. 2 года и 8 лет жить. А, у меня маны нет, что ли? Да, нет, не жил. И вот там на деф навтыкано все. На хлич. Чтоб отхиливаться полторы своих жизней. Кто там сейчас? Вот на меточке. Мастера очкошник. Как-то, ну, слово подобрать. Скажи Фестралу Майкл, чтобы на метку... Мастер атаки, мастер очкошник. Ну, мастер слишком грубо, да. По-другому не знаю, как назвать. Ну, все на деф делают. Все, чтобы дефиться. Блок, деф. Людьми на деф. Слишком сильно в деф входит. Ну, блин, хотя я тоже уходил бы, будь у меня такой лук. За 100 тысяч рублей купленный. Можно за 90 купил, может за 80, хер знает. В принципе, насрать. Ты чел за 200 косарей его оставил. Продаваться, 250 тысяч он кричал в союз. Визуально не вижу. Потом говорят, ну до 175, до 180, что ли, опустил вот, цену. Вижу. И вот, и купили сразу у него. Мандарюшка купил. И там тамплиер. Так что там эпохи сказаний, лук. Там тамплиерный якорь вообще. Там 2 галеона. Нападаем. Врезайся, ну вперед и влево, тыкай. Да-да-да. Это пустой. Они нет, тыкай, он разбивает там орден. Тыкай мордой, подтяжку. Не надо, сейчас не буду использовать. Но... понадобится. Все выключили ПК, тут малина, не убейте его, боже.
якорь на этого бомжа. О, ужас, я думаю, никак не выстрелить им разрывным выстрелом, блин. Столько раз нажал на него, и в конце все-таки сработало, это хрень. Блин, какой же ты живучий парень, какой же ты живучий. Да, эй, ребята, возвращайтесь все. Странно, честно, там получил от кого? Паруса малые. Это из наших, что ли, дал? Ваш бомж. Дас из бомж? Паруса полу. Дас из Томас. Дас, дайте ему уйти хотя бы. Кто ты? Аскет 5600. Бронированная зараза. Убейте бомжа, пожалуйста. Дарвин. Дайте мне его добить, Хонор хочу. Где он? Добили тут быша, да? Нет? Нет, он ушел. Левый курс в воду. Я про второй. Добили. Бьем, останови нас так, нам надо их всех убить здесь. Спрыгните, да, давайте. Прыгнули, тактики. С пушек продолжаем бить, вычищаем. Ура. Тестралы высыпаем. Ока и спруты, все, походу, Майк. Да. Нет, Ока еще нет, мы сейчас будем кастить. Секунду. Сейчас я командую на много каналов, помолчим. Наш мяши хорошо сегодня пофармили спрутов. Да, я дивер там такой. Не переживайте, он все равно не умеет ничего делать. Дэйл с тримаранем. Разбейте тримаран. Тут все бегают, воду смотрят. Пока режиме разбейте. Да. Куда Майк? Ох, бля, Хонор. Мы, наверное, к центру. На быша залезьте все, кто абордажил. А, кто в море прыгнул. Я что за фестрал? Не стоп, не стоп. Там что будем делать в центре? Идем в центр, Майкл. Там кораблик. Такая толпа, какая бывает, сразу начинает проходить свой корабль, прочая херня. Такая нет толпы, спокойно, человек 50, там 40, спокойно, все прорисовывается. Все работает, через все проходит. Остаемся здесь. Угу. На ветке что? Ганг Фир. Угу. Бодок, ну у нас есть глаз на дельфийце, да, Бодок? Остаемся здесь, Майкл, да? Правильно? Да, помню? да, все правильно. Переиграли. Радарщик живой, есть галики вражеские или нет? На меточку. Пса полный. Да потопись. Когда свалят скулу, надо мать. Будет их к себе. Ах ты ж нахер. Правда, интересно, может атак еще разорвать, где он урон берет? Может сразу поговорить? Зачем он же еще в куку? Давай его погоняем. Давай. Якорь. Сразу пытается. Якорь. Левый пункт залпы. Давай. Паруса малый. Якорь дал. Паруса полные. Бейте в воду по ферам с пушек, но не прыгайте на них. Не надо, Пикассо, ты меня живой на палубе нужен. Пусть он якорь уплывает. Есть у них? Якорь. Да, есть. Отлично. Злодей не уяс, если еще есть. Левый правый борт, залпы. Правый борт. Подруливай, чтобы мы сблизились, контакт был. Я хочу тоже прыгнуть. Их надо, кстати, всех убить желательно здесь. Они могут нам потом мешать. Сколько еще будет, хотел бы сказать? Не знаю, но мы до заканчиваем каст. Спрыгнули! Возвращайтесь. Убиваем в воде этих ребят, они будут мешать. Ну, конечно. Дайте урон, пока он в этом, в телекинезе. Сзади Пикассо стоит не уязи. Быстро подошли ко мне на помощь. Сюда. Два фера.
Мне мана закончилась. Урок назад, если хочешь. Я двух забрал, но я в клетке. Отступай кораблю, косо, отступай кораблю. Захильте, законтрольте хила и добьем их. Да почему не мог? Майкл, не увлекайте через минуту бак. Марине. Я понял. Не прорисовывается. Ну, взрывайте их уже. Все. Возвращаемся на гал. Бегом, бегом, бегом. Сейчас Маринит из-за этого потеряем, за этих бомжей. Нас потопили. Блять. Кто? Фестрала. Сейчас починят уже почти. Фестрал проиграл, мы на нижний правый пошли. Кукушки подплыли. А чё вы в моем канале? Плохо. Это я только один. Я понял. На верхнем, короче, проигрыш, да? Да. Давай что на еще... нижний правый топим. Пока что еще нет, но тут деремся в воде уже. Громкий пипец, значит заглушить его. Фул зажор бегом. Так. У меня только один бафчик, да? Ну пока бафчик оставлю. Ай, опаздываем мы. Прыгнули, покопали. Бегом все. Время, время, ребят, очень мало время. Нафига тут толпа лезет. Горное дело. Горняк. А что ты делаешь? Разворачиваюсь. Тут на остров как-то можно залезть без блинка, если... Затяните нас 55-й, если у кого есть. Там правее, если что, Майкл. А вы не попали? Если без... Майкл, давайте быстрее в центр, потому что туда идут кукушки сейчас. Нас полностью разбили. Они бы уже выкопали. Малина понял, забейте. Топим, топим. Здесь в центр. Второй рыб. Малина не удержит. Быстрее, на быша, быстрее, быстрее, быстрее. Ну. Нитки. Малинитки. Сколько у нас? 5, 10. 15. Первый рейд, отошли от центра, не заходим в центр. 19 человек удерживают центр. Выкопали около 14-15 человек. Первый рейд в воде на тримаранах на галеонах. У нас живар. Они на галеоне, да, катаются или на гарпуниках? Ну, я имею в виду кукушки. На гальке. Первый рейд! Еще раз, кто-то не прожрется, вообще никогда больше в жизни не пойдете в рейде в нашем клане. Жрите расходку все время. Я пока не могу прожраться, я нахожу. Да понятно, то плевать, топи, топи к центру сейчас. Где свиньи? Радарщик есть? Радарщик! Мама, сейчас домет. В центре не видно никого. Не видно. Они, может, нет, пошли. Бля, нога затекла, твою! Уф, блин. Злыдень, ты где сидишь вообще, на ком галике? Злыдень, слезь с радара чужого галика! Злыдень, уйди нафиг! Куда я? Меня убили, я сюда приплыл. Злыдень, не стой на другом галике на радаре никогда! Хиппи шатас. Только катера. А, нет, вот малый парусник. Рейдика. Отлично. Стоим. Меточку. Я не могу стоять. Те, кто ни разу не копали. Я ждал. Все, все. Сейчас будем стрелять. Те, кто ни разу не копали, прыгайте на остров, копните друзу. Левый еще стоит. И да, штандарт заюзайте.
подведи наш хал туда прыгнуть. Ладно, я понял, мы драться. Пошли на бой. А, мои люди быстрее правый ко мне. Походу, походу. Плевать, пробуем. Иди на Редика, на метку, на свинью. Иду, иду. Майкл, первый рейд копнул, то высадился, скажи, чтобы все свалили оттуда теперь. Ярлона! Тихо-тихо-тихо, левый борт, левый борт, тихо-тихо, ребята, левый борт, огонь. Левый. Огонь. Залп, приготовились на нос абордажник, сразу. Давайте, абордажник пошел! Твою мать, лучше уж вот так, вот. Дивер вышел с планом. Огонь, пушкари, огонь. Отхил на палубе! Раканы дайте, чтобы этих пушкарей сбить с борта. Якорь стоит. Пушкари, огонь. Не могу отвести, говорю вам. Маскил по рейду, маскил по рейду, маскил. Пожалуйста. Ошибается пушка. Спасибо. Кто не дерется, чините корабль прямо сейчас. Потопили. Они все почти сдохли. Пушкари, огонь. Продолжаем бой огонь, и уходим отсюда. Отлично. Продолжаем бить тактики. Да ну в смысле? Маги туда же. Ворвались, маги тактики. За ОЕ шли это мусора. Луки прыгнули. Милики или кто-то там встаньте. Пусть наша танк вообще не подходит. Я чуть не убил Кигара. Кигар, 7 часов, 5 часов тебе осталось. Не бей никого. Да, стой. Редик во главе сматывается нахрен. Пожалуйста, по звезде веди Галтаир, чтобы у нас была поддержка пушек. Самый прикол, Редик первый всегда убегает, всех оставляет и сматывает, смотрите. Он же лучник. Добейте диппера и возвращайте. Да, что, дальше не иди, сильно далеко. Вот, все, убили рейси. Далеко за свиньей гнаться. Хотя тут уже Майкл догнал их. Лезем на Майкла, давайте. Хорошо. Ой, он вернулся, он услышал меня, походу. Ну правый борт, панхерка, ну стреляешь. Бьем с пушкой. Сказочный очкошник, блин. А, этого ублюдка вынес, да? Я раз в недельку всех удаляю из игнора, опять не удаляю, кто опять какую-нибудь чушь пишет постоянно. Ой, отхожу, сейчас стоять. Действительно, своими назвал. Давайте быстрее на Майкла. Как сказали, в лет в 15 приятно познакомиться. А в центре все выкопали, да? Да. Когда мы открывали, по идее, еще было. Выплывает только от нас. Ну ничего страшного, Таир, притормози, если можешь, пожалуйста, очень нужно. А я и не еду никуда. Я знаю, тише, залази. Ребят, всем тяжело, не так просто, ничего страшного. Петушок даже никого не убил стопудово за время рейда. Блин, пушка сломалась не вовремя. Мои люди в центре есть? Так. А. Все, стоп. Все. Это хорошо. Бодган, чекаешь дельфийца? Плюсы. Да. А кто тебя убил? Да я потому что не могу ничего. Левый борт, пушка сломана. Угу. Иди почини. А, иду. Не сломано. Не. Врежься в остров, сейчас. Врезайся в остров. Левый борт сломан, нельзя сесть. Это дизинфа. У меня вообще пушки не просвечиваются. Ну, не показываются. Я понял, у тебя, скорее всего, багает, Таир. Я потом сяду. Сейчас, главное, воткни гал носом в остров. Да, она либо сломалась, либо забаговалась пушка. Сломалась. Все, притормози. Так, группы 3-4 высадились на остров. Группы 1-2 остались здесь. Окей. Даже спексу не этот. Короче, что-то я здесь взял, не обращать внимания. Я подряд брал, чтобы мне этого второй этаж, что в одиночку фармить. Алон, наш 53-й. Эти вот хрени нужны были, только они нихера не падают. Я их купил сау. Да, так он 53-й, может по фракции гляну. Это наша фракция, Да? Ну значит как-то проскочил во фракции, не знаю как. Как он проскочил?
Но он ходит в рейды, я уже пару раз видел. Он стоит с паком, он не уплотся за корабль. Понятно, замечательно. 3500 рейсинг. Напишите ему, пожалуйста, в приват, чтоб он сел на тримаран. Правый борт красный, феры. Убили! Пушки огонь. Давайте. Да не надо пока что. Ну прыгните, добейте двух бомжей. Прыгните в воду. Обнулите. Ривер антагнулся с кукушек. Антагнулся, но зато плавает с ним. Че, психанул? Да. Но он не красный, а зеленый. Ну, ему сложнее драться. А, я знаю, в чем. Хотя нет, не понимаю этого. Ну, фиг. Живучий. А, он сначала был красный в начале вара. Малыш. А в конце вара он стал зеленый. Он сначала был в кукушках? Или он из паваров там? Он затрахал. Ну, издревле. Вроде бы, я не знаю. Чё, манка закончилась. Бафните нас с пушки, пожалуйста, с острова. Уже бафнули уже. Пачка 1-2 стоит на Майкле, 3-4 на острове, 5 тоже на острове. Так, наверное, давайте пачка 3 обратно залазьте на гал. Если будет бой, вы мне нужны. Там фестралы сам удержат. Полутайте штандарт, попеременно. По одному, по два сбегать. Блядь, петуха не убить, блядь. Это просто комедия, блядь. Мне метки нет, я не могу его забрать просто. Лупнули штандарт, вот, вот, и убежали. Блядь, вот... Это, блядь, это просто... Ну, вот видите, мы можем невероятно. Выбрать союза многих гильдий воевать. Ну, обидно, что... Ну, на блядь, море это, да, просто. Короче, блядь. Они вообще еще не смогли ни центр, ни одну эту? Или центр копнули? Вопрос, кто копнул... Они вверх копнули у фестрала. Вот это точно. Затрахал, и блядь, вопрос, затрахал, кто копнул левую, блядь. Это неизвестно. Умер нахер, бля, у шлепок. Можешь кто-то сертификат на 1-2 дать? Сейчас я выдам. Сзади. У тебя нет 30 серебря? У меня штраф висит, у меня вычитывается. Понял. Трейд Майклу как-то... Как дать? Сейчас я это найду. Ну кто-то скиньте 1-2, сейчас даю метку 2. Восьмерку на тебя поставил. Угу. Ты что-то банчил? Галду купил. С 25 тысяч голды вроде. Так. То самое. Поэтому я говорил, берите у нормального торговца, а не у ботов. Так, давайте про эту тему закроем. Угу. О, мы еще и вар выиграли. Да, нам был хороший счет. Хотя он был лучше, не так давно. Поймали. Нечего покупать, я говорил, не надо покупать на сайтах. Их всех поселили. Рекламу, в принципе, давайте. Я бы, может, и дал бы. Что-то пока я нормально ничего не увидел, кому можно доверить. Вот купил опять человек и получил бан. В минус голду. Не, мы вчера проиграли. Мы проиграли. Минус голду. Ну вчера же, когда Деусы на Анталоне. Минус голду. И феры, не феры. Пошел парень. Нет, подожди, мы вчера выиграли. Буквально это позавчера. Это позавчера, ребята. А вчера был еще один бой на Анталоне. Когда мы дрались, у типка было 10 человек в рейде, а нас фулл рейд 50. У нас было 60, и где-то 2 по 40. Ну может по 35. Готовимся. Поехали. Абордаж поехал. Абордаж поехал, алло. Большое расстояние, не допрыг. Сейчас еще раз минус. Ника, ты лучше себя выхили, сжирай. Да блин. Ну, все хватит. Ну, почти все. Ну, пытаемся подойти к вам. Держите якорь. Мы запарили эти хилы, это просто невероятно. Он назад стоит, я не вижу. Да, его стоит, держит на якоре, наши там всех убивают. Подходи к нему, просто врежься в него. Только не через вихри. Ой, сори. Ну, прогрузка мне нормально. Лево руля и вперед. Вперед, вперед, сейчас тупо вперед, вихри не заденете. Угу. И косо, отходи, там тебе что-то нехорошо. Да, мне здесь супер. Пушки по левому борту. Ёпта. Да просто ткни нас носом, мы ворвемся, убьем всех. Ворвёмся, пошли. Да уже почти все.
пушкой вы. Ты кто? Я как? Вася там Пупкин. Баночком пит. Блин, у него еще на него яз. Еще повылетает все быстро. Прикольный парень, стрич он сделал. Шикит. Чуть-чуть до джигита не хватило, шикитом стал. Марина подходит к центру. Убежал. Она... Все, слазим с этого гала, лезем на свой быстрее. Слазим, он уже бросил корабль. Разбивайте, починимся. Справа бой, помогли. Ой-ой-ой, с корабля бьют. Не заметил, блин. Отходите, отходи, злыдень, отходи назад. Все, бегом на гал. Не заметил, что с корабля бьют. Меня молнию сразу зарядил, зараза. Я думаю, одна молния прошла. А, минус 1 треть хп, вторая молния, еще минус 3 да. хп, блин. Чуть не порвало, блин. Уф, чуть-чуть не порвало, вовремя щит сменил ты же. Кто тримаран на центр тащит? У нас есть там какой-то уникал такой? Почему мне капитан не орут? Что он умственно полноценный? Слава богу, не с нашей команды, а фестрали у таких уникалов. Так, ну чё, ещё чё будет, запущу. Ждём. Ку вообще нету, мне кажется, они пошли. Деусов также рейд, но они криворуки, я не знаю, они могут запахнуть. Так, короче, рейвер скинули кукушкам вар, кукушки сидят под ноги, деусов они тоже убивают. Короче, рейвер своим попец, походу, порвали. Далее, ну вот, мы сдали маринит. На этом все, дорогие друзья, всем спасибо, всем пока. Выбрали боевые роли в рейде. Мы пойдем.